преддверии 8 марта Международного женского дня глава Каспийска Борис Гонцов поздравил сотрудниц различных учреждений и управлений и организаций с этим замечательным праздником. Перед началом мероприятия директор Центра традиционной культуры народов России города Каспийска Екатерина Дедковская рассказала о традиционных ценностях разных эпох страны, а также значении самого понятия. Отдельного мнения на этот счет нет. В религиозных текстах под ценностями подразумеваются заповеди, то есть законы, данные человеку Богом. Эйнштейн рассматривал ценности как фундамент, на котором базируется жизнь человека. Философы определяют ценности как обретение смысла жизни. Далее прекрасной половине Каспийска был преподнесен праздничный подарок под песню «Цветы без повода» в исполнении Сабины Тагировой. Сотрудники управления культуры муниципалитета вручили женщинам красные розы. После музыкальной части праздника глава Каспийска Борис Гонцов поздравил женщин с предстоящим 8 марта, пожелав им мирного неба и самого главного – здоровья. Вас с праздником, всего самого доброго, светлого, душевного, равновесия, домашнего. Вот в семье, чтобы все было хорошо. Помимо этого, руководитель муниципалитета особо отличившимся сотрудницам учреждения, управления и организации вручил благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм.